Ведущие ученые и молодые инноваторы из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска и Миасса собрались в Южноуральском госуниверситете. Информационный день по 7-й рамочной программе Евросоюза по науке и технологическому развитию посвящен объявлению новых конкурсов. Это программа, которая нацелена на финансирование научных исследований. То есть это не совсем работа со студентами, это больше научные исследования, которые проводят ученые, аспиранты, научные организации. Вузы в том числе могут получать финансирование, могут получать гранты. Согласно Лиссабонскому соглашению, цель Евросоюза – укрепить научно-техническую базу путем создания европейского исследовательского пространства. Россия – лидер по количеству проектов 7-й рамочной программы среди стран, не входящих в ЕС. Также наша страна имеет статус партнера по международному сотрудничеству. Именно поэтому российские ученые могут участвовать в программах и получать гранты на свои исследования.